Если бы сегодня у вас была такая возможность остаться в комнате один на один с Путиным, о чем бы вы с ним поговорили? Здравствуйте, Юрий Дудь. Не-не, это вопрос Юрий задавал, да, многим своим собеседникам, но он очень актуален, особенно сейчас. Есть Хорошо. вопросы, есть вопросы Рядом личные. с комнатой есть охрана моя или Путина? Чья охрана-то стоит Да рядом не, с мы комнатой? вдвоем. Помните, у Маяковского двое в комнате, я и Ленин, фотографии на белой стене. Мне будет сложно сдержаться. Вы его. Я не знаю, но, наверное, потому что правильно всего его оставить, чтобы он давал показания.